Ну все, мы прибыли в свой отель, который называется Кандеса, наверное, да, или Кандеса, фиг его знает. Вот, но я что хочу сказать. Мы пришли, стоим вот так вот в куртке, я стою, да, в этой кофте, а мимо проходят люди в трусах, просто в трусах и в сланцах. И я понимаю, что у нас разное представление, видно, о тепле и холоде. Видимо, те, кто приехали вот так из Сибири, как я, да, сибирячка, из Новосибирска, считают, что плюс 11 – это холодно. И я вот так вот иду. А те, кто приехали из Англии, видно, это англичане, они вот ходят в трусах, купаются, загорают. Вот мальчик прямо совершенно уже и без трусов, да, вот сидит. Сейчас он решил, видно, полотенцем вытереться, да? Ага, вот так. Ну все, купаются, загорают. Люди просто реально, ну вот, идут в этих, в куртках. То есть, ну вот так по-разному воспринимают погоду майоркскую. Кто-то вот так же, как мы. Вот, вот, по-моему, они в зимних даже куртках, вот эти вот загорелые. Ну, в смысле, черненькие. Они вот прям в таких куртках зимних. А вот кто-то так вот. Вот они. Много велосипедистов. Отель вообще полный. Сейчас муж посмотрел, есть ли номера в этом отеле. Нету. Вообще полный. Понедельник будут уже свободные места, потому что там понедельник, вторник дождь обещается, и видно, люди подгадали и приехали на субботу-воскресенье. Суббота-воскресенье – солнечная погода. И вот все тут собрались на море. Горы красиво, зелень, конечно, это хоть и не тепло, но все равно так классно. Великолепно. Народ сидит, пиво пьет, я поражаюсь, как ему тепло. Ну, не знаю, мы пойдем кофе сейчас искать. Всем привет с Майорки. А, как это, Алькудия, да? Алькудия, город Алькудия.